Друзья, всем привет! Мы с вами снова в Икеа Нижний Новгород. Честно, мы готовили совершенно другой обзор. Но пока приехали и я пробежалась быстро по магазину, увидели бешеное количество новинок. Половины из них даже нет на сайте, поэтому отодвигаем обзоры другие в сторону и показываем вам сегодня те новинки, которые поступили в Нижний Новгород. Лампа Терциал в новых цветах. Здесь пока представлена светло-зеленая. Когда дойдем до отдела свет, будет другой оттенок. Лампа точно такая же, как и предыдущее поколение. Глянцевое покрытие, как у желтой. Оно, кстати, хорошо держится, не стирается. Пыль на него не липнет. И такой вот приятный цвет. Вот, ну, я люблю такие оттенки, вот, не могу мимо пройти. Так, дальше. Мьёлик Хед, это подростковая линейка, появилась вот такая вот доска для записи с корзиной. Значит, стоит 2800, но мне кажется, даже вот и придираться к цене не стоит, ценник адекватный. Мне понравилось, то есть хорошая, крепкая, она вешается на стену, в корзину, то есть, соответственно, мелкие карандаши, весь вот этот, да, детский хлам. Здесь пробка, она приклеена на вот такой вот магнитный лист, вот магнитики, кстати, тоже в наборе. Получается так вот, два зайца, две обезьяны и обезьяна с табличкой. На табличках можно писать фломастером. Вот в такой вот коробке продается. Дим, покажи, пожалуйста, вот тут представлены, как это может быть рабочей зоной. То есть сюда, допустим, повесили какие-то медали, корзиночки можно из... Все, туплю, забыла, называется. Панелька такая настенная, скодис. Да, из скодиса можно поставить стаканчики, сюда расписание вешается, то есть удобно, занимает мало места, красиво смотрится. Еще бы был выбор по раме, было бы вообще шикарно. Линейка Тиена, появились новые коробки, 25-35×20, внутри черные, и вот снаружи такой вот красивый изумрудный оттенок, такие вот глазки, крышка однотонная, 399 рублей. И вот такая вот малышка, 199 рублей. Артикульные номера будем показывать? Да. Давай, потому что не у всех это есть возможность, да? Так, значит, Тиена. Это большая. Так, Тиена маленькая. Вот цена, и сейчас переверну. Артикул сзади. Угу. И вот артикульный номер. Целимся. Так, лампа Терциал. Терциал. Дим, вот артикульный номер Терциала. И доски артикульный номер. Мы в отделе стулья. Ребят, два новых цвета. На сайте они уже представлены, но причем на сайте оттенки более яркие. Значит, Лейфарне. Брурунге – это низушка, ну да, крестовина, они так и были. Значит, оливково-зеленый цвет, сиденье само стоит 1300. Дим, пойдем показывать артикул. Так, 1300, что-то непонятно, что к чему относится. Ну, судя по всему, вот это вот сиденье, а это крестовина. Вот такой вот приятный оливковый цвет. Пойдем по фактуре. Матовая, очень такой вот. Вообще Лейфарне были розовые, были голубые, зеленоватые. Вот такой оттенок приятный, выпустили первый раз. Мода начинается, да, на такие вот кресла, чтобы в кухне, ну, стулья такие легкие в кухне. По эксплуатации, ребят, нареканий к этим сиденьям нет вообще. Ни трещин, ни сколов, ни дефектов, куда их только не брали. На белых у нас одна кафешка в городе работает. Недавно с ними созванивались, планируем совместный обзор показать, да, и в их интерьере предметы Икеа. Спрашиваю, как стулья эксплуатируются? Шикарно. С учетом того, что это кафе, и где клиенты, ну, никто не парится, да, по поводу того, что там кто-то что-то обдерет. Так, и желтая. Желтая стоит тоже 1300. То есть сиденье можно комбинировать. Вот с таким основанием, с ручками, можно без ручек. Цвет основания белый и серебро. Есть еще черное. То есть с ручками белое, серебро, черное, без ручек белое, серебро, черное. Вот такой приятный желтый оттенок.
очень удобно сидеть. Мне, например, это не нравится по ощущениям, эти стулья. Да и, в принципе, 2500, мне кажется, это классный ценник, да, за такие стулья, за кухонные? Чуть-чуть за уши. Чуть за уши, я Я бы поспорила. Дим, во-первых, можно купить из двух частей. Ты не покупаешь целиком, как в любом другом магазине. Ну, бывают на них скидки, но редко. Не знаю, я вот не согласна в этой ситуации с тобой. Мне кажется, все-таки ценник адекватный. Еще две новинки, ребят. Вот это долгожданнейшая новинка. Это стулья Йокмок. Сколько уже лет продается этот комплект. Кстати, у нас клиенты саранских очень любят. Особенно, когда по акциям. Да, до сих пор помню, клиентка одна, где-то 1007 мы ей привезли этот набор. Она до сих пор счастлива, все хорошо эксплуатируется. И появились, наконец, отдельно стулья. Это проблема, да, у вас, допустим, семья из 5 человек, а набор с 4 стульями. Что делать? Куда 5-го сажать? Пойдем показывать ближе. Это сосна. Нам артикул. Артикульный номер. Так, и давай сам стул покажем. Что у нас внутри? Йокмоки мы показывали, когда снимали обзор по столам. Сосну обязательно подтягивать. Друзья мои, если у вас начинаются трещины, сколы, и вы знаете точно, что вы ничего не роняли сами, да, не портили, это гарантийный случай. У вас есть 2 года на то, чтобы обратиться в магазин. Вот такие выпилы на спинке. Ну, я считаю, стульчик достойный. Да и вообще, в принципе, смотри, как самостоятельно. Вот, давай покажу. Вот стоят Йокмоки, вот стоит Каузби. То есть раньше, например, в цвет можно было либо Инголь взять, либо Каузби только. Ценник выше. И все равно из общей гаммы выпрыгивает. А здесь одинаковое все. И вот такое новое нельсовое плетеное легкое кресло. Ну, относительно, конечно, легкое. Ротанг. Подушка Сори. Так, сейчас сяду, покажу. Микрофон. Ну, удобно. 6000. Ротанг натуральный. Хорошо плотно сплетено, цена спорная. Не знаю, как у других производителей. Сидушка прям такая основательная. Но, то есть, продается целиком. Нельзя, например, по отдельности, да, сиденье и отдельно низ. Давай вниз заглянем, что там у него. Так, а подушка? Норна нет, это не новинка, просто подходящая по форме подушка. Красивенькая. Ребят, это не отдельная какая-то новая коллекция, просто новые цвета, фиолетовая гамма. Их собрали в одно место и назвали вот так. Учись играть. То есть, ну, обновили, да, то есть детям, грубо, к школе, чтобы можно было обновить интерьер, не глобально тратить денежку. Пойдем показывать. Я уже, кстати, пробежалась, пофотографировала, ВКонтакте выложу у себя пост. Так, чехол Гурли, вот в таком вот, ну, ярком прям такой. Для Гурли, мне кажется, первый раз такой оттенок, да, выходит? Ну, красивый, насыщенный оттенок. Пойдем покажем артикульный номер. 199 рублей. Чехол хлопковый. Друзья, эксплуатируется офигенно. У нас Гурли разных цветов дома. Нареканий никаких. Так, это не чехол, это такая ткань. В Икее, то есть шьют, если нужно, по вашему желанию. Пойдем покажем. Ткань скукбека. 349 рублей метр. Не написано. Ага, 410 рублей стоит чехол. Вот этот вот, нифига себе. Это только и самим проще. Артикул. Ткань тоже хлопковая. Ну, я считаю, что интересная расцветка. Если вот все-таки обновить интерьер проще, не меняя мебель, да, и не делая ремонты. Если хочется чего-то нового, добавить просто текстиля. Это более бюджетный способ и такой более интересный. Так, подушки возвращаем на место. Теперь смотрите, вот такой вот пледик. Сейчас я его принесу, секунду. 349 рублей. Мне кажется, во-первых, мило он в чехольчике. Его можно подарить, да, как вот такая мелкая подарушка подружке. К сожалению, парни такой розовый не воспримут. Так, артикульный номер. Сейчас я по нему расскажу. 100% полиэстер. Сделано в любимом Китае. Но для Икеи Китай это все-таки другой Китай. Миллион раз уже повторяла. Размер 120 на 170. Сейчас я покажу вам сам плед.
Мы пока немножко дизайнером здесь вот порядок наведем. Вот такой вот пледик. Мне кажется, он даже как пляжку можно взять, да? Как покрывальцы пляжные. Попадут? Да. Если как, например, в Степном Крыму мы были и попадают, у нас даже детский флисовый плед испортился. Вот так вот. Диму вижу, чуть-чуть. Ну, интересный пледик. Ну, новое что-то, понимаешь? Вот такое вот, да? Немножко не формат. Новые флисовые пледики, сейчас до них дойдем. Новые часики. Тилсюн. Были с золотом, теперь розовые. Видно артикул и номер? Вот артикул. В среднем 1,5 минуты. У нас дома такие золотые. Я думаю, розовые нам, наверное, ни к чему, да? Только если для коллекции. Ну, как бы симметрию поставили. Знаю я вашу симметрию. Так, Брунскила новая вышла, старую распродали, другой оттенок. Дим, а, вот артикульный номер, здесь все на упаковке. Так, в Турции сделан на данный момент. 1300. Брунскила мне, кстати, нравится. Вот покажи, потому что ее нет. Ну, вот, подушка получается. То есть здесь переходы фиолетового. От темного к светлому. Все оттенки сирени, фиолетового, которые есть. Одна спалка и двухспалка есть. Двухспалка 1800. Артикульный номер. Плохо видно. А, подожди, вот, Дим. Вот здесь сними, иди сюда. Вот. Ребят, тем, кто возмущается, почему показываем артикульные номера, не у всех есть возможность приехать в магазин. И когда заказываешь порой через интернет, например, если товар еще нет на сайте, возникают проблемы с оператором, что мы хотим купить. Постер Бильд, 249 рублей, две штуки. Смотрите, какая интересная барышня. Очень. Ну, не знаю, мне вот кажется, вот комнату девочки-подростка оформить вот в таких... Ну да, как раз такой дерзкий, взрывной. Да, у нас старшая сейчас так постриглась практически. Подлиннее. Лице, да. Как возражение или как протест. Протест, да. Понимаете, это минимально, не надо перекрашивать стены. Вот, накидайте там подушек, постель ей поменяйте, пару постеров. От силы в 1003 это уложится, и дитё довольны, у всех нервы спокойны. Размер 40 на 50, рамку можно за 170 рублей купить деревянную. Давай циферки. Смотрите, произведено в феврале, и только когда дошло в продажу. Так, и еще занавески, Хилиборг, но мы их покажем в шторах, потому что их надо показывать в растилку, толку их показывать в пачке. Мы плавно переместились в детский отдел, давайте начнем с малышов. А, значит, у антилопа появился теперь отдельный чехол. Угу. Смотрите, как интересно. Сейчас... Значит, смотрите, это клемпик, чехол с подушкой внутри надувной. Стоит 499 рублей, комплект из двух предметов. Подушку можно сдувать, поднадувать, в зависимости от объемов ребенка. А дополнительно выпустили сейчас вот такой вот чехол антилоп двухсторонний. 299 рублей, я цену не увидела. Вот он. Ну, я думаю, раз его отдельно выпустили, значит, будет отдельная камера. Ну, то есть пока, если у вас есть клемпик, хотите поменять, можно взять отдельный антилоп. Так, новое детское одеяло-плед, двухстороннее. Бусик. Артикульный номер сними, пожалуйста. Вот, держу. 999 рублей, хлопок, тоненькая простежечка.
Значит, одна сторона у нас вот такая. И вторая я уже показывала беленькая. На какую хотите, на такую и стелите. Дальше. Дим, далеко не уходи. Новая книжка. Ой, как нас спасали с такой книжкой. 499 рублей. Артикульный номер. Мы здесь надолго, много детских игрушек новых. Давай покажем. Просто в руках держу. Угу. Яблочко. У яблочка шуршит листочек. Так, здесь просто объемно. Дальше такой вот ананасик. Прячется, опа, за челочкой. А дальше апельсин. Пищит, фетровый, тактильный. Так, виноградинка вышитая, объемная, то есть пальчиками все это трогается. Груша получается с зеркальцем. Видно? Да-да-да. Листочек тоже шуршит. Потом бананчик. Бананчик можно вот так отогнуть. И арбузик тоже отгибается. Так, у арбузика никаких пищалок нет. И сгрызанное яблочко. У яблочка тоже шуршит листочек. Девчонки, я считаю, что ценник, потому что мужикам и точно игрушки эти не нужны. Ценник адекватный, потому что заказывать где-то, либо делать само, это да, примерно те же деньги. Мне кажется, на заказ это еще дороже. Вот, поэтому мы вот пользовались такими книжками, нам очень нравилось. Но это с младше пользовались. Когда старшая росла, такого не было. Гусеница новая. 499 рублей. Сначала моську покажу. Такая вот гуся. Артикульный номер у нас вот. Она еще и пищит. Смотри. А, вон она. Да. Помнишь, Аленки овечка была? Да. Папины нервы. Да. Но она тихонько. Все равно. Это тихонько, как фильм ужасов. И она потихоньку съеживается. Такие вот ножки. Ну, классные гуси. Мне вообще киевские игрушки очень нравятся. Сплюшка. Не все папы выкидывают игрушки в окошко. Так, теперь у нас мягкая игрушка. Клаппа. А, у нас такой зайка был. А это зебреныш. 299 рублей, ничего не пищит, его можно мусолить. Детки любят, когда вот уже так в коляске начинают сидеть. Тоже спасение у нас было. Теребонька, да. Это артикульный номер. Да, Вьетнам. Вьетнам. Так. За 249 погремушка. Слышно, наверное, да, на мой микрофон? Здесь такой прям жестенький, вот сама гремулька там. Пищалок здесь никаких дополнительно нет. Такой вот чудной жирафик. Ну, кстати, настоящий, да, цвет, пятна, реальный жирафик. Артикульный номер. Ну, в принципе, интересный такой. У нас, по-моему, была змейка, да? Тоже самая погремушка, да? Змейка у нас была, ежик был, еще кто-то. Ну, как бы игрушки все в основном икеевские были. Так, теперь сумку мы смотрели. Вот такой мобиль, я сейчас посмотрю, а, вот он есть, так удобней, 499 рублей, то есть подвешивайте куда вам надо, либо так отдавайте детенышу играть, сейчас покажем артикул и разберем его. Главное, что в этих игрушках классно, это безопасность. Здесь у нас так плотная ткань, теперь давайте смотреть, что у нас прицеплено, звездочка, не пищит. Махрушка, луна, ракета, здесь маленькое зеркальце и такая вот планета. Все игрушки по ощущениям, по тактильным разные. Ну, интересно, да? Помнишь, Надя на этот, на люстру вешали мобилку? Детский коврик. Тоже клапа. Вот артикульный номер. Так. Давай покажу, что внутри. Вот такая плотная ткань. Основание. Здесь все, кстати, на липучках. Если вам не нужны эти дуги, вы их просто отстегнули. И у вас получился вот такой коврик с грибом. Гриб не пищит ничего. А, нет. Вот так пищит. Дуги съемные,
Здесь у нас вот такой жук. Хотите, расшейте его, как удобно. Цена, считаю, адекватная. 5 лет назад младший покупал на Сималэнде среднего качества за 2000. Вот такая гусеница. Здесь, Дим, покажи, пожалуйста, с какой-нибудь стороны. 4 вот таких штучки, как зелени, да? Травка. И они все хрустят. Так, здесь у нас цветочек, листики, лягуха. Боже, коровка. Причем все отстегивается. Но хвостики вот эти, то есть вы уже не поменяете. Нельзя, например, перецепить другое место. Ну да, все, и гриб. 2500, вот такой коврик. Коврик плотненький, по ощущениям классный, твердый. Пока мне новинки все нравятся. Простынки лен в новом цвете появились, комплект из 2 штучек. Погрубее. Сейчас сравним этот лен. Так, страны. Это Россия и это Россия. Тогда не знаю. Возможно, сама плотность разная, хотя по количеству ниток одинаково. Ну, прям вот пожестче. Давай покажем артикульный номер. Ну, по-моему, они уже точно на сайте есть. 2 штуки. Комплект из 2 штук. Помните, когда были в Икее Ростов, делали вам съемки, мы показывали кастрюлю вот из этой же серии. Вот она. Ковшик 1300. Полностью из этой же линейки. Можно ставить в духовку. Готовить можно и на индукции. Эмалированная сталь, 2-литровый. Что показывает? Артикул. Крышка такая же, как у кастрюли, то есть все выкипание остается вот здесь на крышке, не стекая. Опять, кстати, появились вот эти вот соусы помидорные с травами. Несколько раз их брала. А в принципе, ну, более-менее состав. Даже я, вредина-говредина, могла бы поесть. 179 рублей. Ну, в основном это продуктовый магазин. Я не знаю, как он оказался. Он должен все-таки в прохладе стоять. Как он оказался здесь? Ну, значит, можно. Добавились в ассортимент новые подушки. Ушли, к сожалению, Малинда. Потихоньку уходят. Остаются вот сейчас черные и красные. Немножко изредка остатки бежевых. Белые мы видели только в Ростове, других магазинов уже нет. Так, Элисберт. Вернулась эта подушка. Помнишь, была с другим названием она раньше? Но раньше... А, ну да, тоже, в принципе, двухсторонняя. Раньше она была... Рисунок с двух сторон был. А сейчас с одной стороны однотон серый, с другой вот... А, вот, кстати, как на стуле выглядит, только в бежевом цвете. То есть такая вот юбочка, она закрывает стульчик. И вот эти вот края, когда садитесь, то есть вы об деревяшку не бьете. Здесь край подушки. Так, артикульный номер у серый. Вот. Чехол съемный, на замке, можно постирать. И вот бежевая точно такая же. Так, вот еще 2 новых подушки. Хилорет. Серая и бежевая. 36 на 36. Как-то вот... Ткань, конечно, наша в Тебу чем-то, да? А, хилорет этих, у Поингов ткань такая. Блин, ну 600 рублей дороговато, мне кажется, за такую подушку. Ткань-то хорошо, что такую сделали. Можно и с Поингом в гостиной кресло сочетать, стулья сочетать. Тоже съемная, подушка односторонняя, потому что если на эту сторону повернуть, будет виден замок, некрасиво. Артикульный номер серый и артикульный... Артикульный номер серый и артикульный номер бежевый. Это беж. И серая. Новый чехольчик на подушку. Стрим споры. 349 рублей. Белый с синий. С 2 сторон одинаковый. 50 на 50. Интересное вкрапление в ткани, как будто вот так красками, да, акварельными размазали. Ну, пока мне новинки все нравятся. Так, а, вот, раз-два тоже новинки. Вот такой вот кинен. Неудобно, особо не покажешь. Вот так, наверное, да?
299 рублей. Так, это не новинка. А, и вот такой горох. Кларостина. 300 рублей. Заметил, да, потихоньку добавляются такие черно-белые, рябые, несвойственные для IKEA оттенки, но ничего не, все не стоит на месте. Инглал, Инглалил. Есть такие подушки, мне очень понравилось. Мы брали с собой одну такую подушку отдыхать, в дороге на ней спали. Это чехол, мы брали маленькую подушку. 349 рублей. Вплетение, то есть нитка идет прям вот плетеным кантиком. Санелла в сером цвете, тоже новая. 799 рублей за Санеллу аж просит. Но Санелла никогда дешевыми не были, тем более это 65 на 65. А, в принципе, если до распродажи доживут, я думаю, в районе 300 рублей можно будет зимой купить. Не хочет. Не хочет. А вон на к этом на стенде сфокусироваться. Хилларет, чехлы на подушку. Ну, кстати, интересно, да, на поинг по спину. 699 рублей, чехол один только стоит 40 на 65. Подушка, друзья мои, отдельно. Кстати, сюда тоже можно подушку с лен затолкать, 40 на 65, ужать и блину за 69 рублей. Вместо, например, 250 можно взять подушку. Мне кажется, вот это тоже новинка Венчи. А, да, она к пледику, к тому розовому. Ой, прям бархатная. Чуть не так она розовый потянула. Венчи розовый, 399 рублей. Артикульный номер. Одинаковые с двух сторон, и там пупырушка. Так, мы смотрели гурли. О, гурли, смотри, какой. Ой, могу. Не покажу, не покажу. Гурли мятная, очень красивая, нежный цвет. 199 рублей. Новинки гурли на 20 рублей дороже, чем старые цвета. Фиолетку мы вам уже показывали. Пледик. А, кстати, часики есть еще и синие, тоже 499 рублей. Артикульный номер. Надо приобрести. У нас есть уже золотые часы. Нам их хватит. Нам их хватит. Я не знаю, как у вас, кто всякие штуки домой покупает. У нас папа. А, вот мы какую брали. Констанция. Классная подушка. На ней очень удобно в дороге спать. То есть здесь хороший плотный наполнитель. Вот мне она понравилась. 300 рублей свои она отработала на ура. Даже вот хотела, думала сначала, говорю, ну, завышенный ценник, да, подождите, когда она будет по скидке, но их раскусили, постоянно заказывают, и прям такие вот адекватные подушки. Венчи есть еще желтый, ой, такой приятный. Такого цвета давно не было, да, кстати, вот такого фактуры. И фактуры, и лимонность. Я думаю, оформители и фотографы оценят. Как думаешь? Возможно. Потому что такие вот интерьеры кто делает? Зеленый Майгул, подписчики просили показать. Когда мы снимали обзор по всем занавескам, Майгула зеленого не было. Ну, приятный оттенок, не... А, эту? Естественная передача? Такой вот приятный оттенок. Не яркий, лягушачий, ну и не такой вот темный. Майгульная. У Майгула почему-то на не на камеру даже, на сайте цветопередачи более так вот, ну, проблемная, что ли, по сравнению с вживую, когда они... Мы нашли ковер совсем под старину. Смотрите, какой красивый. Ну, да, мне нравится, Дим. Прям такие восточные старые орнаменты, да? Можно выгоревший было... такой. Выгоревший, да. Можно было советский бабушкин ковер не выкидывать, оставить, а потом опять моде. Артикульный номер? Можешь продиктовать, он такой мелкий. Так, мы в отделе постели, появились новые наволочки в новых оттенках. Соответственно, раз появились наволочки, будут и простыни. Так, Нетосмин светло-бежевая, 299 рублей.
ткани вы все знаете. Мы вам уже снимали обзор по наволочкам. Он где-то в глубине вдалеке в канале. Или на канале, как правильно. Наверное, на канале. Семнута. 349 рублей. Очень мне нравится семнута. Шикарно эксплуатируется. У нас просто, не соврать, лет 5. Тоже покупалась какую-то лохматую распродажу. Так. Семнута вот такой оттенок серого новый. Синий-серый называется. Так, у Netosmin новый такой. Смотри, какой красивый изумруд, да? Но, к сожалению, могу только... А, нет, вот есть артикул, цена 299 рублей штучка. Ну, для Netosmin это нормально. Не тряси. Можно я покажу? Помните по Тенкверду обзоры? Две наволочки стоили 600 рублей. Сейчас они стоят 200. То есть Тенкверд в нижнем весь уценен. Весь, не трясу. Весь уценен, дальше некуда. Вот за 200 рублей можно купить, да? Вполне, по 99 рублей. Ребята, пока есть, разбирайте. За 600 мне не надо. Ребята, у полотенчиков Вакшон новые оттенки. Пока размерчик только маленький. А не знаю я. Размерчик пока только маленький. Смотрите, какая милота появилась. То есть теперь вот на такой узелок завязывается. Еще бы бантик, да, и дарить. Цена такая, что 29 рублей. Зеленые. Но у меня такое чувство, что качество другое стало. Это яблочко. Мягче желтые. Такой же лучше. Не знаю, Дим, вот по тактильным ощущениям желтые плотнее. Ну, может быть, в цвете не так перекрас вот этот идет. Что-то как-то. Или так небрежно упаковано, да? Ну, оттенки интересные. Взбесившегося поросенка. Сейчас порядок наведу. А то здесь люди ходят, разбрасывают. Обзор не снимешь. Так, появились новые коврики для ванны. Иногда у нас клиенты, мужчины, приходят и говорят: «Ой, какие плотненькие полотенчики, его на голову не намотаешь, да?» Линейка называется Альстерен. Стоят все 399 рублей, 50 на 80. Двухсторонние. Мне кажется, его даже можно возле кровати постелить, да, такое-то? Ну, вот если бежевый или какой-то. Нет, ну, кто вот нравится, кому такие коврики. Так, артикульные номера давай показывать. Белый. Бежка. Дай фактуру покажи. Да. Я тебе потом говорю, он такой приятный. Икея решила нам так хопа кучу новинок выкинуть. Слушайте, постели скоро должны обалденные прийти. У нас пока нет. Чехлы на стулья Нильс. Вот уже линейка на сайте представлена, но пока ни в одном магазине не продается. Как только придет, мы сразу снимем. Серый. Made in India. Индусы нам шьют коврики. И вот такой кирпично-красный. Пойдем в настольные лампы, там столько нового. Рано нам идти в отдел света, в ванной у нас есть кое-что новое. Эколь меняют линейку, то есть, вот, допустим, мяту распродают, ее заменяет вот такая насыщенная зелень. Очень нравится серый. Более точный цвет, мне кажется, такой. Думаешь? Точно не забудешь его почистить и руки помыть. Ну, мне и мята нравится, смотри, такая спокойная. И мята, она всплывается. А это прям такой активный. Но нет пока мыльниц. 299 рублей и 399. Но это новинки. То есть, если хотите сэкономить, можно купить другой цвет сейчас по распродаже. Артикульные номера. Это дозатор. Дозатор. А то с попы-то и непонятно, да? Любимое Димино слово во время съемок. Не бегай, не тряси, не бегай, не тряси. Заменила грундаль, полка была, ее заменила теперь бругрунт. К
кстати, мне кажется, более удачная. Посмотрю, как будет в эксплуатации. Темнее, та была более светлая. А так то же самое, те же крючки, тоже по те же полки. Только в профиль, да. И дороже на 200 рублей. Вот она. Ее и ждали. Ее ждали в августе, она пришла вот сейчас, в начале июля. У нас очень много народу в магазине, распродажи прям полным ходом. Последние недели распродажи, цены скинули на все. То, что недораспродалось, и прям вот народ берет. У нас спор. Я считаю, что мы уже показывали эту настольную лампу в розовом цвете. Дима говорит, что нет. Ну, нет, значит, показываем. Светло-розовый лампан. Лампан, конечно, нехороший человек, подорожал. Подорожал прилично. Все, наверное, помнят времена, когда эта лампа стоила 200 рублей. Раньше так очень часто так брали. Постоянно их заказывали. Потому что это удобно. Брали как ночник в детскую, там на подарки брали. Куда только не брали. Сейчас, кстати, лампаны практически не заказывают, потому что 500 рублей дороговато. А вот эта шаланда за 1500 ни разу в заказах у нас не побывала. Артикульный номер. Ну, кстати, сейчас это пластик крепче стал. Раньше он прям более мягкий, мягче был. Сказал. Ты просто давно не держал это в руках. Может быть. У нас где-то дом, мне кажется, таскалась одна. Была одна беленькая. Терцал еще появился вот такой синий. Тоже интересный цвет. Ну, вообще радует, да, что цвета новые выходят, потому что главное, чтобы оставались белые и черные. А цветные, пожалуйста, нам меняйте. Так, вот артикуль. А, это все. Вот синий артикульный номер, потому что на сайте я ее еще не видела. У нас распродают троллы вовсю. Кому нужно, в вашем городе нет, мы без проблем выкупим и отправим почтой там с деком транспортным. Мы уже в отделе хранения. А у коробок Дрёна появились новые цвета. Вот такой фиолет. Хурма, наверное, да, по цвету? То, что и не оранжевый. И смотрите, вот такой вот лурвик. Домик для кошки. Всего 300 рублей. Мне кажется, сюда и кисоньку, и маленькую собачку можно запинать, и место в Калаксе. Я бы сказал, поиздевался по самому верху, я сказал, что ты делаешь. Дима не любит животных, у нас большая крупная собака Акита. Это единственный, кого мы признаем. Все, что мелкое, это так. Это лурвик. Дрёна. Так, и фиолетовая Дрёна. Так, мы уже до отдела оформления добежали. Вазочки. Давно просили показать нас, какие новые вазочки есть. Ну, заодно, да, то есть и новинки, и вазочки. Упвакта, кувшин. Керамика каменная, сделана в Китае, 899 рублей. Вот артикульный номер. Внутри и снаружи одинаковые, все в такую крапинку. Из этой же линейки. Нет. Градвис, хотя, да? Одинаковая фактура. 1000 рублей стоит. Вы можете, да. Короче, все можно их сочетать в одном стиле и будет красиво смотреться. 1000 рублей. И вот артикул. Внутри тоже. То есть они все такие. Большую нить. Так, это не новинки. Лифсверк тоже 1000 рублей. Красивые цветовые переходы. Ну, цвет такой специфичный к определенному интерьеру. Внутри тоже такая же зелено-мятная. Тилрен. Такие кактусы, да, как только без верхушки. Синий и белый. Ну, белый это бежевый, а синий это все-таки такая вот бледная-бледная морская волна. Давай я подержу.
еще одна новенькая вазочка. Вазочек сейчас новеньких много, но показываем прям, которые самые новые. Тон сета ручной работы. Этот из Белла Укерлунд напоминает. Шляпа? Шляпа, да, только это. О, смотри, правда, да, можно наоборот использовать не как вазу, а как такой вот элемент декора. Тоже интересно, да? Только не говори, что мы ее купим. Ура! Новый постер Bild. Make it happen. Дизайнеры так видят. Две пары кед. И надпись. 249 рублей, три штуки. Ну, прям вот. Ну, так-то. Бумажка-бумажка. Можно и сами. Может, и сами. Просто я, ну, примерно, да, на старшая так рисует. А, вот новые постеры. Тоже протест, да? Совсем протест. Артикульный номер, вот. Так, вот новый постер. Иди сюда. Карандаши. Видно? 299 рублей. Не знаю, как снять артикул. Так, вот тоже. Три штуки. Но пока без цены, без всего. Тоже из этой же стилистики. Такой рисунок карандашный. Как будто эти рисунки модельеров, да? Ну да, что такие наброски. Вот, тоже новые постеры. Альпака. Лама. Да, три штуки. А что именно три штуки входит? Непонятно пока. Потом вот тоже новые постеры. Банан, абстракции. Так, это было. А, вот. Ну, ой, смотри, как красиво. А вот это что за штуки? Держатель для пола. Держатель для постера, 349 рублей. Слушай, интересно. Ушла, 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 ушла. Новый постер с лошадкой. 149 рублей. 904. Если не хотите вставлять в рамку, можно вот такие держатели бамбуковые купить за 349 рублей. Так, птички уже были. А вот смотри, а, это распродают, что-то я их даже не видела. Вот тоже новинка. Да не все сейчас практически новинки, все постеры поменяли. Вот, кстати, постель будет вот такой вот тематики. Такие вот переходы будут цветовые. А вот, смотри, что-то не все повешены получается, что ли, еще. Я вот такую деревню не помню. Четыре постера. Но цены к ним еще нет, значит, еще пока в процессе. Друзья, ну что, все, что мы нашли прям супер нового, мы показали. Мы не показали вам кашпо, потому что они уже давненько вышли, они у нас в некоторых обзорах были. И я думаю, наверное, Дима, по кашпо просто отдельный, да, обзор уже пора делать, потому что кашпо обновились, много новых. И рассказывать, показывать по материалу, сравнивать и так далее. Ребяточки, ставьте лайки, нам это... такой комплимент от вас, да, что вам понравилось. Пишите, пожалуйста, комментарии. Это тоже доставляет радость, что вы нас слышите, разделяете, не разделяете наше мнение. Интересно услышать ваше мнение о новинках. Стоящие, не стоящие. Потому что, видите, даже мы в процессе, да, съемок спорим. Диме кажется дорого, мне кажется адекватно. Либо наоборот. Спасибо, что досмотрели обзор до конца. До новых встреч. Всех люблю. С вами был канал про IKEA и Татьяна.